Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня буду готовить куриный суп с плавленным сыром. Для приготовления нам понадобится куриный бульон, куриная грудка, длиннозерный рис, мягкий плавленый сыр, сливочное масло, свежая петрушка, черный молотый перец, соль и лук. В кастрюлю наливаем воду. С грудки снимаем кожицу и отвариваем до мягкости примерно 25-30 минут. Затем процеживаем бульон, вынимаем грудку и разрезаем ее на крупные куски. Головку репчатого лука очистим и нарежем тонкими полукольцами. Затем разогреваем сковородку, наливаем немного растительного масла, добавляем 50 грамм сливочного масла и начинаем обжаривать лук вместе с курицей. Все вместе обжариваем до легкой румяности. Тем временем куриный бульон доводим до кипения, всыпаем 80 грамм длиннозерного риса и пучок петрушки. Чтобы потом удобнее вытащить петрушку, я связала пучок ниткой. Варим на слабом огне 10 минут. Затем добавляем обжаренный лук с курицей, соль и перец. Варим на медленном огне еще 5 минут. Затем убираем пучок петрушки и добавляем плавленый сыр. Как только добавили сыр, выключайте огонь и тщательно перемешивайте. Суп с плавленым сыром ни в коем случае нельзя кипятить. Вот и все. У меня получился очень вкусный и питательный куриный суп с плавленым сыром. При подаче можете посыпать свежей петрушкой. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Смотрите наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал о вкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!